Привет всем! Сейчас мы вас познакомим с новостями, которые сейчас активно комментируются на странице Инстаграма Неслихан Атагюль. Все мы знаем, что Неслихан очень добрая, она всегда защищает животных, заботится об экологии и стоит на стороне справедливости. Так, о чем это я? Что-то отвлеклась. Без сомнения, такие люди, как Неслихан, окружены разными людьми, у них много друзей. Так вот, очень хороший друг семьи Неслихи Кадыра, известный актер и певец Анур Туназ, записал новую песню под названием «Пепелище». Сразу после премьеры песни на Анура посыпалось много комментариев. Неслихан одна из первых прокомментировала его песню и пожелала большого успеха. Актрисе очень нравится творчество Анура, о чем она не раз говорила. Поскольку молодые люди дружат уже много лет. Что же, сделаем вывод. Что Неслихан очень положительная девушка, которая умеет дружить. Напомним, что Неслихан сейчас снимается в сериале «Дочь посла». Желаем ей большого успеха. Она много лайков и комментариев.